Привет, меня зовут Киев Остовец. Тест-тур попросил меня протестировать с точки зрения моего возраста пятизвездочный отель, вояж Белек, гольф и спа. Значит, вот как это было. Взял я с собой родителей и прилетел в Турцию, в отель. И к своей радости я обнаружил, то скучать мне здесь не придется. Тут очень много детей. Отель предлагает кучу удобств для ребенка, то есть для меня и моих родителей. Кроватку для ребенка, няню за дополнительную плату. Можно даже взять на прокат коляску, если свою забыли дома. Это бесплатно. Здесь очень удобно перемещаться. Везде есть съезды для колясок. Вообще по всей территории разбросаны статуэтки в стиле хай-тек. Это мой любимый стиль. Также много зелени, пальм и сосен. В отеле есть очень красивый лунопарк с чертовым колесом. В мини-клубе я нашел очень много друзей. А аниматор тот самый веселый и забавный. Пока я отдыхал, родители катались в аквапарке. Блюд здесь равно такое, чтобы отчаянно осознать, что тебе никогда всего не перепробовать. Слава богу, я еще такого не ем. Ура. Главный ресторан здесь есть не только для взрослых, но и для детей. А самым маленьким на выбор предлагает детское питание Хиппо. Оно платное. Надоело соска, хочу мохито.